К другим темам. Не выбрасывать батарейки в общий мусор, сортировать отходы и любить природу. 2017 объявлен годом экологии в России. Сегодня в правительстве региона прошло заседание Совета по экологической безопасности. Говорили о борьбе с браконьерством, строительстве комплексов по переработке отходов и образовательных программах для детей и взрослых. Кроме того, озвучили итоги работы экологической инспекции. Так, в прошлом году провели 160 рейдов, выявили 70 правонарушений. Выписали штрафов на 24 миллиона рублей. Озеро Горькое на границе Купинского и Баганского районов всегда было объектом браконьерского промысла. После организации вооруженной охраны деятельность незаконных охотников удалось пресечь. За последние два года число обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды выросло в два раза, что говорит о заинтересованности населения. Добавлю, что программа по улучшению экологического состояния области рассчитана до 2020 года. В целом могу сказать, что задуман очень серьезный план мероприятий, под который закладываются немалые финансовые ресурсы. Предварительная оценка говорит о том, что этот план оценивается в 7 и более миллиардов рублей. И что очень важно, что основную часть этих средств составляет внебюджетные инвестиции. Также предусмотрены, конечно, и немалые расходы областного и местных бюджетов.